как я в свое время в труде мечтал о таких прищепках. В году так этак, в 13-14, работая на еще на зеленом Генке. Вот, жижа, ё-моё. Мы просто месим жижу. Че это, что тут сеять будет, что ли, Лёв? Да не будет тут сеять ни хрена. Че этот культивер? Тебе тут надо отсекать, вот, все, вот эта сырость. Да я искал-то, блядь, самый здесь крайний сошник. Искать-то, вот оно. Только когда оно вылезет, блядь? На, назад попробуй, созрело. Следы вон, не видишь? Вон не следы, вон, вон. Это агроном, это не я. Еду куда? Куда не знаю, еду, честно. Че там впереди? Брюцы, говорит, сырости можно объехать тебе с навесным культиватором. Как объехать? Я не знаю, как объехать. Агроном знает. Здрасте, товарищ колхозник, им сочувствующие. Канал «Будни тракториста» вас приветствует. Мы на тракторной бригаде. Переоделись, проверили масло в двигателе, обошли тракториз-культиватор. Сейчас будем запускаться. И я хочу обслужить передний мост, помазать. Опа. И, наверное, мне придется сменить... Привет! Мне придется сменить эту бошку, потому что я не подлезу нижние подшипники помазать. Ну да ладно, по крайней мере все остальные точки я, наверное, должен смазать. Ладно, увидимся. Я сейчас этим процессом займусь. Не хочу там крепление на голову, ничего, это все увидели прекрасно. Цилиндры, верхний и нижний подшипник, пальцы поперечные балки и втулки качения моста, передние и задние. На заправке, друзья, там 1221 со слоном заправляется, и мы потихоньку заливаемся. Помазал я мост передний, блин, три головки, блин, на шприц перепробовал, блин, пока нашел ту самую, которая нормально фиксируется на масленке. С этой, конечно, модной классно работать, но она не подлазит под нижние, под нижней тавотницы смазать, чтобы подшипник шкварней нижних. Так, я хотел почистить все данные, они мне уже не пригодятся, потому что у нас планы изменились. Поедем сейчас культивировать рох 456, то поле злосчастное, на котором мы никак не можем посеять яровую пшеницу, где мы с дядей Витей культивировали никак, то дождь, то сырость. Агроном съездил, сказал, что зашибись. Я что-то сегодня вообще плохо заправился. У меня между двумя и одной пустыми ячейками прыгает. Ё-моё, две ячейки, блин. Это под сколько я, блин? Больше полтинника не заправил, блин. Да, дал я маху что-то, блин. Ладно, больше такую мы ошибку совершать не будем на нашей заправке. Будем ждать, пока сядет пена, и еще дать заливать. Вчера об этом обмолвился, и даже под конец, я думаю, будем вынимать сетку. Ну, потому что реально в 7 вечера солярка кончается. А сегодня, наверное, таким темпами и раньше закончится. Хотя у меня сегодня, наверное, будет какие-нибудь мытарства, езда. Блядь, что-то интересное, а что они тут не закультивировали? Во, блядь, здесь не культивировано. Вот это что они закультивировали, мои напарники, подовчера. Это барановка моя. Вот и борозда здесь краю. Очень интересно. Сыро? Ну, не знаю. Я надеюсь, он высоко там, да, культиватор ничего не зацепит.
Вон там высоко. Поеду искать край Лёхина. Так еще и обсев, наверное, да? Ну, край я нашел, Лёхин. Вот это его обсев. А вот это я с Боднаром. Последний день, когда здесь культивировал, заходил и уходил туда. Ну да, вот это Лёхин обсев. Зернышко, ты где? А, я не тут ищу. Вот здесь надо искать. Ни хрена нет, сделали. Лёх, ты не посеял, Лёх. Семян не обнаружено. Ну это явно Лёхин обсев. И вот, видите, просыпана пшеница. Лёха отсюда выезжал. Вот его край. Вот он. Так что правильно я нашел. Можно начинать. Я на этом поле контент для вас уже снимал несколько раз. Опять, да, снимать? Поехали. Ой, правда, рулится он плохо. Ага. Ага. Все. Смещение делаем. Поехали. Все, направление у нас сохранено с прошлого раза. Прибавляем скорость. 12 пойдет. Пойдет. Наверное, пока что. Если тут сухо. Одинарно сыро уже не пойдет. Глубоковато может быть даже. Для третьей культивации. Вот на этом участке третья культивация началась. Где-то там дядя Витя вторую не закончил. Там будет у меня уже вторая. Но вот на этом месте точно идет третья культивация. Пока неплохо. Рассыпчато. Еще бы что-нибудь там бороздки заделывал бы за культиватором, было бы вообще круто. Но Лехе устраивает моя культивация хорошо. Он сказал, пофигу, посею куда хочешь. Стопудово обсеянный край, да? Ага. Да, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть обсеянный. Может быть, стоит выглубить? Ай, блядь, пырей начался вычесываться. А то... Может, сажу до глины, бля? Бля. Да, для третьей культивации это что-то, наверное, чересчур, бля. Надо по прищепке одеть на крылья. И чуть-чуть навеску выглубить. Процентов с 25 до 30, я думаю. Цилиндр немножко потеет. Что надо-то? Ага. Давай синенький сюда нацепим. Она сейчас и побыстрее пойдет, я думаю, на 12 должен потянуть. Нам быстрее просто зарыхлить чисто вот эту корку. Так-то мягко. Даже вот по сеянному ходишь. Мягко. Корочка есть, а земля мягкая.
как я в свое время в труде мечтал о таких прищепках. В году так этак в 13-14 работая на еще на зеленом Генке. Был у меня культиватор тогда прицепной КПЕ 3.8. Я даже такие прищепки искал отдельно купить. Но что-то 10 лет назад для меня это оказалось проблематичным где-то найти. Блять, зашел так зашел нахуй на загонку. Точнее, вообще не зашел. На полосу. Он у Лехи на псевдо кончается вот буквально прям. Хотел пропустить один проход, но туда и не буду пропускать. Навесочку немножко выглубил. Ну вон, 11-й бежал, а 12-й летит. Красота. 15 почти километров в час. Нам цепь нужна сзади, чтобы выравнивала, тогда вообще никаких претензий не будет. И я буду себя морально чувствовать удовлетворенным моей работой. Бля, вот тут сыро. Было культивировано, но сыро. Я это обойду, скорее всего. Туда лезть не буду. Один хрен, Леха. Сейчас даже обходил блюдце там, где поджато было первую культивацию. Сейчас это уже бесполезно. Придется ходить коротким гоном. До болота и после болота. Тут уже все, это крах. Ну, с Боднаром здесь тоже ловить нечего было бы. Ну, что, плешина, сами видите, вон на свет сырость, сколько ее. То же самое здесь было бы. Что и в крайний день культивации 6 мая. Ну, в крайний день культивации подсев. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь все, блядь, культивировано было, ребят. Все было культивировано. Тут сыро, блядь, куда тебя понесло? Ёбаный насос! Ловушку Лёхе сделаю сейчас. Вот сырость, мрак. Вот этот вот чай культивирую. Не знаете? Просто пожиже, блядь. Вот прям сырость идет. Ну, кстати, на том краю приехала делегация. Агроном, наверное, Леха. Ну что, иди на. Здравствуйте, дядя. Здорово.
делаю, к вам приехали. Делаю хуёво. Игорь Сергеевич, Игорь Сергеевич. Заебись. А ты Илюх Спиридович. А мы с тобой виделись. Ну еще разок. Это Игорь Александрович тогда, да? Ты что, под съем ведешь? Да, полет ведем. Я сейчас агроном звоню, говорю, не сколько за это вот сейчас досить, сколько вот за это, пиздец, переживать будешь больше. А хоть зайдет. Почему? Ну ты глянь, что есть, асфальт. Я ну ты ежики не хочешь туда пустить? Да мягенько что-то. Да мягенько, ну коротко она не пробьет, Серег. Ну, попробуй ну, на одну. Смотри, вот она будет. Где она нахуй через эту? А я вообще не нашел. Ковырял. Смотри, вот она через эту. Да. А тут Лень снизил вот семена. А я тут без семян сею, вот она. Да я искал-то, блядь, ты самый крайний искать? Сошник. Искать-то, вот она. Только когда она вылезет, блядь? На, назад попробуй, созрела. Я выголубил, это проход глубокий был. Ее надо, ее, как сказать, даже не то, побурновать, по сути. Ну да, да, корпус бить. Я выглубил, получается на 12-й зато. И вот там, конечно, все, блядь, все, что было раньше поджато, теперь там вода стоит, короче, там. И вот так вот лощина вот сырая идет поперек. Нам лишь бы это, и... на ту сторону, чтобы перемахнуть их. И там сырость. Она все равно так и получится. Я блюдце чуть ли... А что мне сюда ездить? Я как вон ушел в ту сторону, отсеялся. Я блюдце этим проходом чуть ли не к твоему севу прижался, объезжал, блядь, короче. Нет, ну хоть и по севу, я все равно буду отъезжать. Там жопа, нах. Ладно, поеду. Поехали. Вот по факту есть клочок здесь, блин, от поля. А пополам сырость. И два куска получаются у нас. Вот один сейчас вышибаю с противоположной стороны от заезда нашего. Ну, 350 метров. Ну и с другой стороны, может, чуть побольше будет. Бурей, конечно, тут. Капец. И он опять падал прирос, главное, во многом. Видите, кучи бурея. Так, конечно, пыль идет. Корочку-то разрушаем. Пылит даже. Но там сырости хватает. Ужас, кошмар. Этой сырости тут, бляха, муха, давай вытягивай. Блин, как следы заделывать, как края. И вот мне вот в этом плане навесной культиватор не очень нравится. С прицепным поманевреннее все-таки. А здесь вообще на культивации придется поднять и развернуться. Частично оставить свои следы. Все, вам покажу приколы. Не стал уж снимать, когда этот прикол случился. Леха этот прикол не заценит. Вот здесь вот край и сырость. Сюда прошел, отцепил проход, пошел по сырости, прям перед, в жижу, как увяз нафиг, вон такой отпечаток остался. Но здесь не суглинок, здесь
трактор вполне эффективно выезжает, да даже вперед едет. А самое интересное, что вот это вот все, вот этот край, весь поджимал я с Беднаром в первую культивацию этого поля. О, гляньте, гляньте, роет, роет. Лехе это очень не понравится, приколы. Я вот наподжимал, конечно, страсть. И здесь сыро, блядь, все. Вот тоже идет пятно. О-о-о-о. Просаживается на 11-й даже передаче. Опять пятно идет сырое. Тоже это на этой стороне приключений хватает. Ну и с дороги мы с асфальта ехали, там тоже все сыро, блядь. Ну, как-то закультивирую, я не знаю, как Леха посидит тут, блядь. Ужас. Никитка мне уже позвонил. Что, уже обед? О, блядь, без 20:12. Вот это, блядь, время пролетело. Последний пупочек выкруживаю. Здесь вот были такие сухие, сырые места. Мне, конечно, это не очень все это нравится. А Лехе это не понравится вот вдвойне. Потому что реально по сырости я тут наездился. Все это не подсохнет. Селезенки вон, блядь, повыкорчевывал. Это все нужно, по идее, оставить и все. И не культивировать. Да уж. Вот, жижа, ё-моё. Мы просто месим жижу. Чё это? Чё, тут сеять будет, что ли, Лёх? Да не будет он тут сеять ни хрена. Чё этот культивер? Тебе тут надо отсекать, вот, всё, вот эта сырость. Чё, я застреваю, блин. Да, здесь не суглинок, блин, поэтому ему похрену. Там бы я бы засел бы уже бы на 8-м поле бы. Его тоже. Блюд, тоже сырое, все. Сейчас по обеду тут добить осталось. Хрень, конечно. Где он, Никитка-то, блин? А, он вон мотается. Я говорю, чуть дальше анкерного столба. А он анкерного повернул. Я дальше не поеду, все хорош. Я говорю, после анкерного съезд, который, а ты у анкерного свернул. Я думаю, что-то он долго едет. Я вообще ехал-то не по дороге. А, ты, а, ты там, нет, там, там пиздец, там, там сыр. Там не. Я оттуда ехал. Я и так пизды получу от Лехи, нахуй. Я тут все наподжимал, нахуй. Я Симеон 4, она, с Адами. Она вон сырость, и вон везде сырость. Че вкусом привез? Гречку. О, какая вкусень. А суп, что там за суп тебе? Без понятия? Гороховый. Может, пропердец лучше, чем гречку давиться? Не знаю. Может, взять гороху суп и туда кинуть котлету? Приехали сивачи, Алексей Владимирович, со своей дружной бригадой, Вованом GCB, Никитом КамАЗе. Они тут остановились около меня, пока я ел. Я сразу перед Лехой извинился заранее за все.
гобить и конца делать. А то дядь Лёше сеять надо. Никитка водичку дал мне газированную. Потравимся немножко. О, вкусный гороховый супчик был. В кои веки мы первый взяли, а не второе. Фух, ладно. Эх, не успел я вам, блин, включиться. Маленький кирвиц К5 катается, а за ним машина брендированная, Старожилова Агроснаб. Я сначала охренел, когда проехал в сторону Семёна. Я думаю, что, купили, что ли, К5 нам в хозяйство? Он в обратную поехал сейчас. Значит, не нам. Может, просто так, что, в Незнаново купили, что ли? Тоже сомневаюсь. 30 гектар грязным получилось, но отчитаюсь за 28, потому что я здесь широкую разворотную сделал, много перекрытий тут было у меня. Я уж хотел Лёхе звонить, говорю, ты видал, блин, в нашу сторону кирвиц маленький погнали. Кирюшка. Ну что, погнали на 8-е поле. Я на этот подъемчик подымусь, нормально? Вы не знаете? Меня не перевесит? Прикольно. Такие маневры, блин, с этим навесным культиватором. Навигацию выключить надо было, наверное, да? Да ладно, хрен с ней, доеду. Тут рядом. Чё-то я заболтался. Как с Лёхой начал разговаривать после выезда на асфальт. Так только что закончили. У него просто семена кончились, он затариваться пошел. Я тем временем доехал краем до почти до своей этой. Вы поняли. До загонки. У елок. Так, сейчас я обнулю данные, то, что тут гектар, почти 1,3 гектар, да? Так, что я делаю? Вы не понимаете? Сам не понимаю. Вот она. Все.
Тут пойти, наверное, глубину прибавить надо вновь. Работать. Я про навигацию, если что. Она включаться не хотела, зараза. Так, прищепки-то я убрал. И теперь немножко навеску придохлим до 25%. Если что, вот навеска. Видите, пишет в процентах сколько. А вот стрелка, и серым показывается, насколько она опущенная. Для фиксации нижнего положения навески нужно нажать вот эту кнопку, Set называется. Видите, со стрелкой вниз. Тогда она фиксируется и неизменная. Ну, пока ты ее сам там опять навеску не подымешь, опять Set не нажмешь, не зафиксируешь в нужном положении. Ну, дальше ничего интересного. Ручка. Выбить здесь, выбить там, разворотные. Бррр. Я думал, гектар на 10 хоть у меня тут осталось. А тут от силы пятак получается. И то, наверное, не получится 5 гектар. Меньше. Сейчас буду звонить агроному, спрошу, а может не спрашивать, не навязываться. И насчет того угла, который я вам показывал с асфальта, то, что мои коллеги не закультивировали. Поехать закультивировать или как? Так, звякнул агроному, доложил ему, что закончил большой участок 8-го поля, не стал ему говорить про свою задумку, и он мне сам сказал, говорит, съезди, подбей там уголок, они не стали, не смогли, типа, там сыро, может, у тебя что получится, я говорю, ну, сейчас сгоняю. Ну, мы сейчас на выезд едем от родника по грунтовке. Блять, ну как она называется? К мачте, к этой сотовой связи, вышки. А потом уже край дороги по полю поедем. Смотреть, где да что. Наверное, придется нам загонку только перерезать по ихнему следу. Ну да ладно. Я в блокнот записал 4 гектара. Записал те 28 у меня получилось. Сейчас обнулим счетчик и еще здесь будем подсчитывать, сколько гектар мне получится. Ух, мы разогнались. Сейчас камерка сядет, наверное, у меня. Скорая медицинская помощь поехала. В общем, я не понял, что они тут придумывали, какую лапшу они навешали агронома. Но тут в целом ничем не мешало выбить участок вокруг болотца этого. А, ну они там, блядь, прилипли вон чуть-чуть с краешку. Вон что они, наверное, психанули. А в целом там угол вот этот можно было. Загонку вот они отрезали. Ну не знаю. Что-то ребят не захотели, походу. Ну да, немного подсели здесь. Ну, бывает. А самое забавное, это лощина, где мы с Пашкой переныривали с бараной.
Они не перенырнули ее. Они откуда-то складывались, заезжали оттуда, сзаду. Но это ладно, нам и тоже не волнует особо. Ой, падла, не поворачивает, тащит прям в лощину. Нифига себе, как сыро, гляньте. У нас аж борода получилась, прикольно. То есть я прям поджал бараной, хорошо. Особо не сунемся, да? Ну да ладненько. Ну, мне теперь все стало понятно, почему ребята не перемахнули там, где я перемахивал с бараной. А потому что в той клее, где я перемахивал, стоит вода. Гляньте, там что есть. Там безобразие полное. Так, ну это все, я выбил край до их культивации как раз. Тот массив весь закультивированный, мне надо уголок теперь грунтовой дороги вышибать. Я вот здесь, конечно, обошел какое-то сырое место, а возможно я его все целиком бы и закультивировал, а может быть и не закультивировал, а я не знаю. Вот насчет этого блюдца. Да, наверное, закультивировал бы. Проходит. Поняли, да, куда я переехал? Через дорогу Симеон 7, где я с Быднаром последний раз культивировал в дождь. Заново, бля, дороги начинаем и поджимаем. Земля села хорошо, да. Времечко без 24. Получилось у меня сейчас еще 9 гектар сделать. Посмотрим, не знаю, что по глубине на самом деле, хотя бы пройтись разок. 13-й херачит. 17 кадров в час. Это, конечно, безумие. Хотя бы давать 12-е. А грану стало лучше не заглубляться. Тонуть будешь. Посмотрим, блин. Очень забавно. Но здесь, может, прокатит, не заглубляется. А весь массив
поля, он не баранованный. Там есть борозки, не достанет лапка до дна борозды. Нужно все равно глубить. Я с Боднаром это прекрасно помню. Ой, куда же меня несет, ребята? Я просто уже вижу, что происходит там. Там, где я с Боднаром закультивировал, я сейчас хорошо не закультивирую. Там водища, блядь, и сырость. Сырость разрослась до дороги. Она и была сырость до дороги. В общем, хрен не знает. Посмотрим, блядь. Здесь пахнет поле. Надеюсь, что не застряну. Пошла просадка. Сырость, блядь, прям по сырости я херачу. Застреваем. Приехали. Вытаскивать меня некому. Да, здесь глина, здесь у меня замыливается протектор. Она, конечно, лучше не застревать, но разок всегда полезно. Сразу перестаешь, как бы это, храбриться. Я не знаю, тут жижа, я, блядь, к маятнику брусу подойду или нет. Мелко пашет. Они что держат? И главное, не сильно сидим в целом-то. Ну, вперед сильно сидим, а вот назад-то нафиг он ехать может. Но он не едет. Что, подвиг привезли? Выдерни. Ты что, уже подвиг привез? Ты подвиг уже привез? А? Да? Еда? Сейчас. Ну что, не едет нахуй. Чуть-чуть, блядь, прям. Если покушаем, чем может как раз подсох. И разгон, нет, нихера, прям вот. И он стоит, блядь, замыленный. Протектор бы кусался бы, нахуй. Он ее хотя бы грыз бы, а он ее не грызет, землю. Ну и смысла копать нет. Да, копать нет. А он и не копает поэтому, потому что протектора нет. Пофоя куфть. Спасибо, до свидания. Приятного аппетита. Заезжать. Я еще не отфоткал, кстати. Картошка, падла, горячая. Быстро не покушаешь. Позвонил агроному, чтоб Кирилл заехал с того спуска. Блин, я даже доесть не успел. Гляньте, как оперативно работают ребята. Это мой спаситель едет. Правда, Виталик вчера сам засандалился так сильно, что его в две тяги тянули. И бродяга, хулиган. Данька с ежами едет, походу, на рог 456, где Лёха отсеял яровую пшеницу.
Вот сейчас кто поснимает контент мне. Куда ты идешь? Засосет. Следы, вон, не видишь, вон не следы, вон, вон. Это агроном, это не я. А да. Больше поля нету, говорит, вот брану, вот культивируй как хочешь, вот. Вот. Это аппетит. Ага. А ведь педар, ты тут хорошо так прошел. Да. Все закультивировано. Кто вытаскивает? Вон тут малый. Тот малый вчера тоже нормально прыгает. Две тяги, да? А? Две тяги тянули? Да. Классный. Мы поедем. Он мне, кстати, предложил 12-21 вытащить меня. Кто предложил? Агроном. Туда назад там толкануть было. Я говорю, не, не надо. А то он тоже уйдет еще на. Вей чай, решай. Да не, он не глубоко сидел, чёрт. Не, ему под мощь надо. У меня просто скорость, говорю, высокая была. Я как шел, блядь. Она бы скоростёнка была помедленнее бы, а то я как, это, на 13 км в час как шел, блядь. И уже быстро он заехал. Ты оператор или не оператор? Я сейчас монтирую, кстати, твою съемку. Ну, кукурузу только. А, нормально. А что откуда такой настройщик? Новый привозили. Новый вязали? И этим тросом уже Петрух притащили. Снизили. Так, вчера вытаскивали, да? Так. И этим тросом. А что, моща хули, блин? 420 сил, блин, пока не зароются. Все, блин. Нормально, да? Заебись. Может, со мной останешься? О. А? Может, со мной останешься? Поехать со мной во второй. Да нет, так неинтересно нихуя. Ну ладно, звони, я тебе тоже приеду, могу вытащу. Если сам в этот момент застряну. Ну зато, я говорю, это полезно, когда заходишь. А это вот где мучки, и вот сюда. Там все пахота. А, там еще пахота? Конечно, а я что забороновал, видишь, темное вот, это барановка. Вот. И теперь я забороновал. Хотя с Буднара он прошел, как 6 мая. Да, почти в дождик. Да, я в дождь и ездил, считай, он уже жил здесь. Я в 5 вечера закончил как раз. Все уж разъехались тогда, на тот момент. Ладно, давай. Давай. До свидания. Никого там нет? Давай, коксу. Эх. Мать моя женщина, роди меня обратно. Что делать-то? Культивировать, да? Что культивировать? Как культивировать? Я же опять прилипну. Вот это техника, а? Не то ж какие-то олени, тонущие в болотах. Тьфу, бляха, муха, стромота. Сейчас и обратно-то ехать, бля, опасно. Потому что протектор забитый. Разворот на месте. Опускаем. Поехали. Надо за киросом клею заделать. Что-то он туда уполз куда-то глубоко.
И скоростенку в таких местах нужно держать какой-нибудь на 10-й передаче. Слишком я шустро шел, конечно, да. Я для очистки совести решил проехать вдоль посадки до края Барановки. Посмотреть воочию, что тут есть. Именно где пахота. Чтобы убедиться, что тут ни хрена хорошего, наверное, нету. Там все сыро, вода вот так вот идет полосой. Звонил только что агроному, говорю, давай думай. Он говорит, ехать к Виталику. Ну, то есть туда, куда уехал кировец. Там ходил топ-даун. Но там поле тоже сырое. И потом ее культивировали. Че, поехать, блядь, туда? Ну что, поедем на Семен 2, блин. Уже час прошел, 16:40. Да уж. Поеду. Эй, братор, прошу сюда не лезь. Как ты старайся жать на газ, я буду первым здесь. А ты о ком грустишь одна, подруга, делай раз. Ведь я хочу, чтобы в эту ночь был праздник только для нас. Но мы же полною грудью вдохнем дорожную пыль. Ведь это праздник без веских причин, забаву для настоящих мужчин. Но мы же полною грудью вдохнем дорожную пыль. Ведь это праздник без веских причин, забавы для настоящих мужчин. Да, блин. Ну, приехал я на Семен 2, и чё толку? Виталик даже ходит не на сквозняк. Он даже до середины не доезжает, мне кажется, с дискатором. Да она сырое, блядь. Да она заросшая зеленью, это капец. Не знаю, ребят, что получится. Ну ладно, нас тут двое. Будем друг друга дергать. Какую-нибудь, блядь, десятую. Да, тут особо не разгонишься, здесь поперек. Поперек предыдущая обработка. Здесь скорости у меня не будет. Я даже на 11 здесь не поеду. Он кировец буксует, поджимает. Ой, закапывается. Как прикольно. Да, увидим здесь еще сырые места, здесь зеленка страшенная. Такой газонище, мрак. Еду куда? Куда не знаю, еду, честно. Че там впереди? Блюдце, говорит, сырости можно объехать тебе с навесным культиватором. Как объехать? Я не знаю, как объехать. Агроном знает. Я нет. Вот эта сырость, я по ней проеду. Очень хреново, но проеду. Движемся дальше. Опять все не по уму, блядь, опять посередине. Опять неправильная вообще технология. Я хрен ее знает. Там что-то я вообще, он все, Виталик бросил с краю вообще ходить. Сам начал с середки. Ну тут вот сырость сплошная. Ну да, он подбуксовывает. Ё-моё, Сергей Юрьевич, что творишь-то, блядь, а? Я в шоке опять над тобой. Опять ты ищешь приключения на свою пятую точку. И все, по сути, мы практически дошли до того места, где Виталик. Дисковывает.
Фух. А почему он тут только дошел? Что там так сыро? Если что, сразу, блядь, прям щелчок на подъем и вырубаем передачу. Нейтралку. Ну да, здесь сыро явно. А может ничего, пойдете? Мне даже интересно. Вдруг пройдет. Было бы очень здорово пройти бы на сквозняк бы, блядь, до той посадки. Блядь, там вот вода стоит. Там вода. Тут воды нет. Недурно. Почти, ребят, почти доехали. Здесь болотце, там вода стоит. До посадки мы в этом месте точно не приберемся. Может быть, чуть дальше получится прорваться. Но в этом месте нет, точно. Так что сдаем назад. Попробуем 11-ю, не знаю, на 11-й потянет он. Тяжелая земля, села. Ой, не, на 10-й меня по мочевому так долбит. Я в туалет хочу. Походу здесь 10-я скорость от наша. Колбасит прям жестко. Почему так после топ-дауна? Хотя, говорит, здесь культиватор какой-то ходил. Тут еще и клеи есть какие-то. А, спарка. Джундир шестерку удобрения здесь кидал. Ну, трясет, трясет. Блин, по чиселевке моей было приятнее работать, чем по этой параж. Ты хрен с ним. Пределе главное, да? Чем-то занятые. А то так вообще полей нет, скажет. Нет полей. Сиди, жди. Чего ждать? Середина мая, блядь. Тут тоже есть что, лягушки квакают. Здесь вот сырость одна сплошная. По бокам. Здесь тоже кирвец. Вот дошел, уперся и все. Это его граница была. Ну там, правда, сырость. Но мы ее как-то подбуксовывая проходим. Достаточно интересно. Прям поле. Поле под стать Джону. С этим хоршевским культиватором. Мы себя очень приятно чувствуем. Но здесь топ-даун, здесь не такая мягкая почва в целом. Значит здесь было, ну, пожестче, нежели на Пахоте. Вот. 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 Олень, ёпте! Но особо тоже нагреть не надо. Водичка близко. Я все ближе к воде, скажем, проходом. Так что глаз да глаз. Сейчас посмеемся, блядь. Лапки вверх поднимем. Будет смешно. Он идет подбуксовывает здесь. Класс. Не, ну мне нравится, конечно. Семен 2 это всегда, блядь, поле особенное. Я в том году его, блядь, тут два раза что-то ковырял. Ух. Ужас. Ну это как ее. Ну не вести даже нам должно вести, понимаете? Иногда наступает черная полоса. Давай, Джон. Мы должны это сделать. Давай, 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 пошли! Давай, Джон, выезжай.
Раскачка есть? Есть. Протектор замыливается? Нет. Какого хрена тогда бычимся? Я сказал, выезжай, бляха-муха. Давай. Давай. Так, давайте-ка мы 9-ю передачу ему, а то я на 10-й. 10-й. Давай, 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 родной, давай, 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 хорош, назад давай. Главное, провалился перед-то, и я успел. Успел назад. Молодец! Молодец, оленюшка ты мой сладкий. Выбрался. Но ну хуй вертел-то, конечно, будь здоров, Сергей Юрьевич. Пришлось навеску обратно возвращать в положение максимум, потому что держала навеска меня. Надо закультивировать. Хорош. Так. Поехали дальше. Такое поле, я говорю, оно совсем другое. Не пластилин вот такой, знаете. Более песчаное такое оно здесь. Не так протектор замыливается. Ну и предыдущая обработка. Все-таки топ-даун с культивацией. Это не пахота. И не дизелевка. Вот эта вот пришина сырая. В нее суваться мы не будем. Я здесь уже вот буксовал. Еще будет культивироваться. Чуть-чуть сейчас выбьем здесь пятачок до того места, где я вчера пострял. Ха! Миссия сделана. Я доехал. Да, правда, так вот вилял, блин, потому что блюдце. И здесь блюдце. Но я проехал. Эй, какой, блядь, сука, ты молодец, Сережа. Короче, весь день будешь работать. Я не знаю, гектар 50 получится сделать. 10-й передачи. Потому что я, дорогую, 8 гектар только сделал почти что, блин. За этой посадкой начинаются поля урочища Чемоданово. У меня небольшие маневры. Попробую прижаться к этому блюдцу. Вдруг что-нибудь получится. Ой-ой-ой, затаскивает. Меня в блюдце тащит. Да уж. Вот это первая культивация у нас, да? На поле. Мощно. Ну, чемодановские поля с посадкой тоже такие же. Вот такие. Похабные. Как что сеять будем, когда будем, все сыро, блядь. Середина мая, нахуй, ребят, это ужас. Походу все будет очень печально, блядь. И если это все оставим, блядь, на поры, это гигантское количество паров, которые нужно будет чесать и платить нам зарплату.
Нам-то хорошо, а хозяйство? Вот это номер. Кировец на краю сложился. Меня, походу, ждет. Время без 10:08 вечера. Я, конечно, еще бы на кружок сходил бы. Но раз меня ждет он, Виталик, я наверное, поеду тоже с ним. Уже смеркается. В принципе, на круг-то можно, да. Я 11-ю врубил, блин, но трясет, конечно, знатно. На 10-й более-менее комфортнее работать. Ну пока вот сколько я кругов-то, блин, 3 или 4 прошелся по длинным гонам, ничего, так нормально практически, и болота не было. Так, пяточка одну объехал, чуть-чуть такое оставил на 3 метра, а грех. Надо только остановиться, сейчас почистить грязь, вон с моста скинуть. Крыльев, как ошметки буксовал, остались. Ну что, держим путь до бригады? Надо агроному звякнуть, доложить ему о обстановку. Вот тоже Семен один. Вообще, вода водой. Из года в год. Чудо конь на месте. Джон Дир шестерка тут. Самоходный опрыскиватель. Михалычев. Джон Дир стоит, не сеется. Тоже у него ничего, пока площади нету, ничего. И там он, Виталин Кировец. Ну что, спасибо, что смотрели. На этом все. Всем удачи, всем добра. Увидимся в новой серии.